Друзья моих военных дней, где вы теперь, как вы живете? Той давней дружбы нет, верней, рожденной в пулеметной роте. Мне кажется, среди болот, среди лесов, объятых вьюгой, она по-прежнему живет между Смоленском и Калугой. Там, где февральский мокрый снег выбеливает обелиски, она живет, как человек, понятный и до нельзя близкий. Она под орудийный гром сидит над гаснущим костром, ползет по снегу с автоматом, как в том крутом 42-м, как в легендарном 45-м.